Доброе утро, мои дорогие зрители! Всем приятного настроения и хорошего дня! В Пензе у нас сегодня градусов 30 или 32, на улице жара, поэтому наряд дня сегодня очень легкий, вискозный. Девчонки, держу в руках шлюпанцы, потому что я все равно не могу отойти из-за того, что... если я буду отходить, ножки вы мои все равно не увидите. Так, чуть-чуть, наверное, пониже. Какой я плохой блогер, боже. Так, ну и шорт не видно. А как же наряд дня? Наверное, вынимать надо из этой. Ну, это вообще ужас. Ну, что же я все видео все испортила? Видишь? Хорошо видишь? Или мне встать куда-то? Нет. Вижу, давай, теперь выключи. Добрый день, мои дорогие зрители. Здравствуйте. Сегодня у нас в Пензе очень жаркий день. Вчера, сегодня, завтра, послезавтра, вся неделя 30 и плюс. Поэтому наряд дня сегодня очень легкий, вискозный. Топ с шортиками. У меня новый оператор, моя подружка. Передайте ей привет. Ее зовут Галочка. Тапочки у меня пока вот такие домашние. Наш австралийский бренд, он называется Peter and Alexander, очень хороший. Но я поменяю сейчас, тоже уже, наверное, можно поменять на вот такие, я думаю, они подходят, вот на такие пацанушки летние. Peter Alexander в сторону, мне очень нравится. Это бренд, который выпускает... Такая подошва, как будто по улице хожу. Но это из-за того, что, я извиняюсь, конечно, это у нас такая, из окон летит грязь. Такие хлопковые, пушистые, они разных цветов. Бренд, который делает пижамы, бренд, который делает, изготавливает тапочки. Поднимаемся выше. Так, шорты и вискозные шорты летние и вискозный топ. Сумочка, которую вы уже видели. Бренд называется Art Vintage, очень красивый такой горчичный цвет. Мне он очень нравится, идет к очень многим вещам. Так, из бижутерии сегодня, так, настроение жемчужное продолжается. Перстень серебряный с жемчугом. Вот это жемчужное, я его почему-то тут раз называла ожерелье, мы сейчас хотим сказать. Браслетик коралловый, Железноводска тоже мне нравится. Часы от Сваровски с кристаллами Сваровски, белым браслетиком. И еще из украшений у меня сегодня такие сережечки, бижутерия с Валберис за 200 рублей. Немножко разные. Одни беленькие, вернее, одна сторона длинненькая, одна коротенькая сторона. Ну все. Это что у нас был наряд дня на сегодня. Прическа, как обычно. Сделана моими ручками. Использую L'Oreal. Теперь я новый еще бальзам для... Что же за ним, если идти, тогда придется монтировать. Но сейчас, наверное, схожу. Да? Сейчас схожу. Девчонки, раз уж начала я про это рассказывать, сейчас вам покажу. Вот такой бальзам для волос. Фиолетовая маска называется. Против желтизны. Придает волосам, нейтрализирует желтые и рыжие оттенки. Видно, Галь? Видно? Вот. Мне понравилось. Я один раз сделала. Вчера, позавчера с дачи пришла, помыла волосы. Я покупала в Магните. Специальный день был по 20% скидки. А вообще на Валберис тоже он есть. 300 рублей. Ну, 300-500 эта маска стоит. И, девчонки, я привезла с Железноводска вот такие два крема, но они все есть на Валберис. Крем для лица. Здесь нарисован мухоморы, но мухоморами не покрываешься. Называется крем для лица омолаживающий. И вот второй крем для лица тамбуканский. То есть это тамбуканская грязь, которая вот в Железноводске, которую нам аппликации в Железноводске делают. Говорит, ты можешь встать, если и стой, наверное, вот так лучше будет. Да, я потом вырежу этот кусочек. Значит, очень хорошая текстура этого крема, нежная и аромат. Сейчас своему оператору дам понюхать.
Очень нежный крем. Оператор, будьте любезны. Куда камеру понесла? Оператор сказал, угу. Так, это один крем. Сейчас. Так, это оператор сказал на второй крем. Так что крема, девчонки, есть на Валберис. И можно их купить. Очень баночки маленькие, грамм здесь по 50. Но крем такой нежный-нежный. Для зимы он будет немножко легковат, потому что нежный совсем. А вот для лета хорошо, не особо потеет как-то лицо, когда говорят увлажняющие крема. Мне понравились. Поэтому вот крема рекомендую. Так, про крема сказали. Что мы еще с оператором не успели сделать. Ну и желаем вам хорошего дня. Любите и будьте любимы. Ваша Марина Стоун и мой оператор Галина за кадром. Всем поцелуйчики. Пока.